А прямо сейчас в школе номер 2 идет эвакуация. С 1 по 4 классы размещены в детском саду «Искорка». Все остальные отправлены по домам. Сообщение о возможном взрывном устройстве поступило около 9:30 утра. Сейчас на месте работают спецслужбы. Все здание проверяют кинологи с собаками. В здании школы остались и личные вещи многих учеников и преподавателей. Ведь эвакуация началась внезапно. Впрочем, паники не было. Мы сидели все за партами. И вдруг произносится от 5 до 6 звонков. И мы всей школой корпоративно собрались и вышли из школы. Но это все было неожиданно. Полиция, скорая, пожарная, машины подъезжают. По неподтвержденной информации, утром на электронную почту управления ФСБ России по Архангельской области пришло письмо с сообщением о том, что сегодня будет совершен теракт в Котласской школе номер 2, если силовики не выполнят требования злоумышленников, а именно перевод денег, сумма не разглашается.